12 сентября глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел выездное совещание на строительной площадке поликлиники при Центральной районной больнице. Работы идут по графику, готовность объекта 35%. В существующем корпусе поликлиники специалисты монтируют внутренние инженерные системы, выполняют внутреннюю отделку, проводят комплекс работ, связанных с кровлей и фасадом. В возводящемся крыле полным ходом идут строительно-монтажные работы.